Река Хазный Дон, Хазна. Красивое место, очень живописное. Раннее утро. Пытаемся ловить форель. Вот основное русло речки. Вот Тимур рыбак. Такая вот речка чистейшая. Пить можно. Мужик. Чик. Нашел что-нибудь? Нашел что? Я поймал. Вот здесь. Да. Я тебя свистел, ты не услышал. На выходе стояла вот здесь. Да. На ту сторону. Да. Здесь удобно переходить, не то что там, нет? Да. Ну а кто знал, кто ты? Ну только 10 часов. Ну да, лови вон яму, смотрите. Лови, лови. Я успею. А то я сейчас... Я А то я всю поймал рыбу, а тебе не осталось. На выходе она. Молоток не забудь. Молоток не забудь.
Опа-па-па-па! Видишь, где она сидела? А вы на стреле? Да. Поймал, куда денусь? Ну, следов нету аммонита. Может, там выше? Там глина, вот в этих глинах как раз они могут там сядь. Вон тот? Как? Конкретно. Ну да, это надо это. Препаратом. Динамитом его сорвать. Я говорил, аммонит нашел, куда-то ты его убрал. Да, вон там дальше. Не, вот я он целый? Целый, я его искал потом, несколько раз не нашел. Я его просто забрал дальше. А что ты его с собой не забрал? Да неохота было тащить. Что, нашел?
странно. Это такое место. Там внутри будет что-нибудь? Ну. Ну вот я вверх не видишь. Ну вот кусочек этот расколоть. Ну попробуй удар один. Не колется, а ставка, блин. Не, она забила вверх. Там ее. Правильно. Это можно его догнать и сюда, и так попробовать. А он полностью расколот. Ну, всех не пустит, а? Ну. А ты вот отсюда попробуй, там видишь, щель побольше. Или сам смотри. Во. Нашел интересно, что ли? Нашел что-нибудь? Не слышит. Час. Вот здесь что, рыбы не должно быть? Обратно будем идти, наверное, потому что полиция. Если не против, то лучше.
Да, черепашка. Что, тяжелый? Oh, God.